Так, вот получили такой рюкзачок, очень классный, ортопедический. Куколка в комплектике идет подарочек. Что в нем интересно? Во-первых, он не мягкий, он такой плотный достаточно. Вот такая тут значок, типа фирменный. Есть у него фликеры. Без вспышки оно выглядит вот так. Это просто блестящие такие, как нашивочки. Они с двух сторон светоотражалки. И на шлейках тоже точно такие же. Что еще? Ну, вот эта вот перепоночка имеется. Чтоб шлейки не спадали, чтобы легче было носить. Ортопедическая спинка, она вот такая. Выпуклые такие части. Я вообще как бы в рюкзаках еще толком не шарю такого плана, потому что еще ребенку сами не покупали сами. Но уже присматриваю. Но этот очень-очень классный. Сразу видно, ну, фирма, все дела. Шлейки выполнены тоже качественные. Они такие, как с массажным эффектиком каким-то. Ну что, теперь серединку. Сейчас посмотрим, попробую открыть. Итак, середина. Вот я все пооткрывала уже. Здесь сразу можно написать ребенка, имя ребенка и мобильный номер телефона родителей, ну или ребенка в будущем. Можно там вообще в принципе понаписывать все. Здесь такие отделы, тоже что удобно, сразу разграничивается все. Блин, буду заодно сразу фоткать, чтобы потом фото повыкладывать. И здесь еще один отдельчик, тоже прикольный, то, что много карманчиков даже разных. Кукла. Да, Настюша, все, даже кукла. Нравится тебе кукла? Да, даже кукла. Настюша только из-за куклы бы купила уже его. Ну, в общем, тут такие для ручек, для мобильного телефона, наверное, или для чего. Или два кукла. Или для куклы, да. И сумочка такая в комплектике идет тоже. Сумочка это для обуви. Причем она тоже сделана для сменки. Она сделана очень-очень так тоже качественно. Ну, то есть не для игрушек, да. Не ширпотребчик. Очень такая цивильная. В общем, рюкзачок своих денег стоит. Или два кукол. Да, Настюшка. Ну, в общем, вот рюкзачок. А еще рисуночек выполнен полностью, как напечатан, только бабочка – это нашивочка такая. Ну, тоже интересно. Ну, в общем, забыла. И ножки. У него есть такие вот резиновые ножки. В общем, рюкзачок суперский. Теперь мы тоже хотим себе такой.